Доброго дня всем моим подписчикам. Сегодня мы будем тестировать штопор чешской какой-то фирмы. Вот такой вот. Я его купила за 700 рублей, потому что три штопора просто разваливались, купленные вот на медне из Галамарта, там, из фикс прайса. Пришлось разориться. Сейчас мы попробуем. Для опыта была взята вот такая бутылочка в магните, что-то рублей за 170. Сейчас попробуем, сломается он или нет. Скидочная карточка. Бутылочка. Тут надо что-то взять. Пробка есть. Вот она. Так, натянем штопор. Что-то пока вкручивается, не ломается. Ну. Угу. Получается. Нормально. Все прошло удачно. Рекомендую и штопор, и вино.